Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Сегодня возьмите листик лавра и загадайте свое желание. В сегодняшнем видео вы все узнаете. День полнолуния идет самый мощный и волшебный день. Летнее полнолуние творит чудеса. Обязательно сегодня возьмите лавровый лист и загадайте свое желание. И я вам расскажу, как это лучше сделать. Во-первых, во время полнолуния усиливается энергия, открывается мощный поток, который можно и даже нужно обязательно воспользоваться этой энергией для того, чтобы исполнить свои мечты. Если вы хотите решить свои проблемы, решить ситуацию, которая длится очень долго, то именно в этот день вы можете все исправить. Вы можете исправить свою судьбу в лучшую сторону. Еще до полнолуния некоторые люди уже начинают чувствовать эту энергию, которая действует за день и после. Если вы не успеваете сделать сегодня, у вас еще есть время сделать это завтра. Данная практика, которую я вам хочу сегодня дать, она вам поможет сделать так, чтобы вы могли исполнить свою мечту и загадать желание. Вселенная сегодня будет слышать каждую просьбу, а лунная энергия будет только усиливать ваши действия. В период полнолуния у некоторых людей идет очень сильный эмоциональный спад, а у некоторых, наоборот, идет очень сильный подъем энергии. У кого-то улучшается интуиция, кто-то чувствует прилив сил, а кто-то, наоборот, и чувствует, что силы его покидают и уходят. И это все полнолуние. И эти сигналы очень сильны. И вы должны принимать свою жизнь, какая она есть. Вселенная уроки дает каждому. И также дает подсказки, в каком направлении вам нужно двигаться. И что вы можете сделать. Если в день полнолуния вы чувствуете прилив сил, у вас хорошее настроение, значит, вы делаете в своей жизни все правильно. А если же в день полнолуния у вас идет спад энергии, вы чувствуете упадок сил, что у вас что-то не получается, все валится из рук, значит, в вашей жизни нужно что-то менять. Значит, вы в своей жизни что-то делаете неправильно. Но сегодняшняя практика позволит вам раскрыть ваш потенциал именно в вашей жизни. У вас будет все прекрасно. Вы сможете реализовать все задуманное. Эту практику можно сделать в течение всего дня. Эта практика совершенно легкая, и ее может сделать абсолютно каждый человек. Итак, вам нужно просто взять лавровый лист. На этом листке вы должны написать просто одно слово – «мечта». Держите свой лавровый лист в правой руке. Далее загадывайте свое желание, именно то, которое вы хотите реализовать и получить в своей жизни. А после, когда вы проговорили свое желание, обязательно поджигайте свой лавровый листик и говорим такие слова. «Как луна на небе обновляется, жизнь моя меняется. Полнолуние мне силы дает, вселенная к мечте меня ведет. Все лавром закрепляю, что мешает, отпускаю, мечту получаю». Вот проговариваем 3 раза, даже если ваш лист уже сгорел, неважно. Пепел, если есть, пускаем по ветру. Все, такой метод обязательно позволит вам сделать так, чтобы исполнилось ваше желание. Обязательно делайте практику только в хорошем настроении и обязательно, чтобы были положительные эмоции. И вы увидите, как все обновится и улучшится в вашей жизни в очень скором времени.